Че, ребята, всем привет. Сейчас мы с вами быстро я вам расскажу, как создать аккаунт на PlayStation 5. Конкретно по поводу PlayStation 4 у меня уже был ролик. Можете посмотреть у меня по ссылке или там ближайшие ролики. Но многие спрашивали, как создать конкретно на PlayStation 5, в интерфейсе PlayStation 5. И что еще самое немаловажное, это что делать, если не приходит подтверждение на почту. Очень много было таких комментариев, поэтому я решил записать отдельный ролик. Что надо делать, если не приходит уведомление, как его получить. Смотрите обязательно до конца, ставим лайки и начинаем. Так, ну вот мы с вами переключаемся к PlayStation, запускаем консоль, сразу нажимаем «Добавить нового пользователя», слева выбираем «Начинаем», нажимаем «Принимаю», лицензионное соглашение, нажимаем «Ок». Далее слева спускаемся полностью вниз, нажимаем «Создать учетную запись». Ждем, вылазит у нас окошечко, консоль должна быть подключена к интернету. Неважно в каком регионе, опять же повторюсь, находитесь. Пишем свою дату рождения. Кстати, я вам советую писать настоящую дату рождения, потому что в будущем она поможет вам восстановить пароль. Далее, естественно, где страна, мы создаем Турция, турки, пишем. И язык ставим английский. Здесь два вида будет, турецкий либо английский, ставим английский. Русский он потом будет потом в самом интерфейсе консоли. Далее. Нас выбрасывает вот в такую менюшку. Здесь мы должны ввести свой адрес почты, которая должна обязательно заканчиваться .com. Это может быть Google почта, iCloud, Outlook, там любая, в принципе, почта, которая заканчивается именно на .com. Вводите свою почту, нажимаете «Далее». Далее придумываете пароль, записываете его где-нибудь на бумажку себе или в блокнот. Два раза надо будет ввести пароль. Первый раз в первом окошке и второй раз для подтверждения, что вы ничего не перепутали. Соответственно, все это вводите, не торопитесь, чтобы там был сложный пароль, нормальный. Нажимаем «Далее». Здесь вводим просто свое имя, фамилию. Можно не переключать на русский, именно на английском желательно написать. Вот пишем имя, фамилию. Любую, хотите свою, хотите не свою, неважно. Галочки вот эти все отключаем, чтобы не приходила реклама. Нажимаем снова «Далее». Город. Город можете вводить, как у меня. Адана, это турецкий город. И также у него, получается, область тоже Адана. То есть Адана, это как Саратовская область, Саратов. То же самое здесь. Не придавайте этому большое значение, просто вводите, как у меня. Все делайте по пунктам, все у вас получится. Я вам в конце все это покажу. Почтовый индекс вводим 1, 2, 0, 1. Нажимаем «Далее». Переходим в следующее окошечко. То есть все сейчас покажу вам в реальном времени. Далее выбираем аватарку. Уже по сути половина пути позади. Все очень быстро. Выбираем аватарку, какая вам нравится. Ни на что это, естественно, не влияет. Нажимаем «Далее». Далее пишем так называемый сетевой идентификатор. Это, по сути, ваш ник, который будет отображаться в онлайн-играх. Здесь надо будет проявить изобретательность, потому что многие-многие ники вообще заняты. Будет такой крестик появляться, поэтому какие-то всякие циферки. Напишите побольше чего-нибудь оригинального. И когда вот галочка появится, значит, можно его использовать. Значит, этот ник не занят. Здесь... Выбирайте по вашему желанию, ни на что не влияет. Я нажимаю «Командный игрок». Здесь нажимаю «Применить». То есть максимально быстрая настройка. Здесь нажимаем «Подтвердить» и «Продолжить». Все, что он просит, все нажимаем «Далее», «Потом». Убираем вот эти персональные рекомендации. Здесь опять нажимаем «Принимаю», «Подтвердить». Как заметили, все здесь на русском. Все, в принципе, интуитивно понятно. Но по ролику, конечно, делать безопаснее, как бы лучше, что не надо что-то выдумывать. Далее, смотрите, должно прийти подтверждение на электронную почту, ту, которую мы только что указали. Вот сейчас я при вас достану телефон и буду смотреть это сообщение. Вот заходим в email, обновляем. Приходит у нас сообщение от PlayStation. И смотрите, в чем прикол. Здесь куча всякой информации на английском, куча всякой билиберды, куча всяких ссылок, но нету кода, который надо подтвердить.
То есть вообще его нет ни с компьютера, ни с телефона. Я думал, может, что-то там iPhone не поддержит, какой-нибудь Java, еще что-нибудь. То есть его просто здесь нет. Нечего тыкнуть, как говорится. И мы тоже сначала не поняли, в чем дело, потому что поэтому не у всех приходит этот код с первого раза. Что можно сделать, если вам пришло вот такое сообщение, а кода в нем нет? Если его нет в самом начале, то в принципе его не будет. Нажимаем, возвращаемся в консоль, нажимаем треугольник. Вот здесь нажимаем «Отправить сообщение повторное». То есть, если не приходит проблем с подтверждением, нажимаем «Отправить повторное сообщение». Далее опять возвращаемся в свой телефон, в свой email, обновляем страницу, и приходит уже сообщение от Sony. То есть, смотрите, вот здесь ничего нет вообще. Как бы переходим в другое сообщение, которое только что пришло. И вот он код «Verify now». Синяя кнопочка. Ее нажимаем, и, о чудо, все сразу работает. Консоль сразу понимает, что мы нажали эту кнопочку. Появляется зеленая галочка. Консоль сама вот переключается в такой режим. Здесь предлагает поставить пароль. Здесь тоже по желанию. Я ничего не ставлю, никакие пароли, чтобы ничего потом не забыть. Нажимаем ОК в самом телефоне, чтобы здесь все завершить. Нажимаем ОК. Нажимаем на X на джойстике. Вылазит у нас вот такое меню. Дальше продолжение, так сказать. Здесь предлагает двухэтапную аутентификацию. Это тоже по желанию. Это если забыли пароль, например, с телефона можно установить. Я здесь нажимаю пропускать. Можете указать свой телефон. Я тоже нажимаю пропускать. Это по желанию. Все, ваша учетная запись готова. Мы с вами создали учетную запись. Ее подтвердили на PlayStation 5. Сейчас я вам покажу, что она полностью исправна. Вот он запускает уже меню, все, я могу ей пользоваться. Все остается на русском языке. Вот мои здесь профили, три профиля. Нажимаю «Сменить пользователя», и вот два моих, и один вот здесь, который мы только что с вами создали. Он полностью работает, он заходит в PSN, он заходит, можно покупать подписки, можно покупать игры, то есть все полностью работает, никаких проблем. Никаких ошибок, ничего, все в турецком регионе. Цены, обратите внимание, посмотрите внимательно, что тоже на турецких, в турецких лирах. Цены, вот смотрите, да, вот они появились. Также здесь все, можно покупать игры, подписки, пользоваться, играть онлайн. Все, вы создали аккаунт, поздравляю. Кому был полезен ролик, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.